13 миллионов рублей. Столько выделила группа компаний «Титан» на строительство спортивного стадиона в Коноше. Работы начались еще в июле. На первом этапе подготовлена земля. Будущая площадка – спортсооружение. И уже к началу учебного года жители Коношского района, учащиеся Коношской средней школы, получат большой современный спортивный объект с системой водоотведения, с беговыми дорожками, которые будут покрыты резиновой крошкой, и большое футбольное поле с искусственным покрытием. Отметим, что на стадионе за счет системы водоотведения можно будет заниматься в любое время года.